Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор книг для любителей путешествий. Если вы задаетесь вопросами, куда отправиться на отдых, какие удивительные места есть на территории нашей страны, то эти книги станут вашими верными помощниками и подскажут интересные варианты. Первая книга, о которой хотелось бы рассказать, называется «Города России». Ее автор Алексей Клиентов. Книга вышла в издательстве «Белый город» и рассказывает читателям об исторической значимости некоторых городов нашей страны. Для нас с вами, архангелогородцев, приятен тот факт, что рассказ начинается с повествования об Архангельске. Удобным для поиска является содержание, так как города в нем расположены в порядке алфавита. Книга будет полезна для тех, кто интересуется историей возникновения городов, важными вехами в их развитии, известными личностями и памятниками архитектуры. Издание снабжено изображениями гербов и репродукциями с видами того или иного города. Так, читая о Владимире, вы увидите картину, изображающую золотые ворота, одну из древнейших достопримечательностей города. Заглянув на страницу о Самаре, полюбуетесь видами Жигулевских гор, которые изобразил Иван Айвазовский. Если душа просит настоящего русского веселья, добро пожаловать в Торжок, где проходили ярмарки товаров со всего света, запечатленные Борисом Кустодиевым. Возьмите книгу, рассмотрите необычную карту на форзацах, которая поможет сориентироваться, где расположен город, какие реки, горы и моря есть поблизости. Увлекательные исторические и географические открытия ждут вас на страницах книги Алексея Клиентова «Города России». Не менее интересной является и книга Нины Орловой «Золотое кольцо России». В ней вы познакомитесь со старинными городами, расположенными вокруг Москвы. Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Углич, Кострома, Суздаль и Владимир. Именно здесь закладывались истоки русской государственности. В каждом из этих городов сохранились древнейшие памятники архитектуры – монастыри, торговые ряды, соборы и башни Кремлей. Книга снабжена удивительными фотографиями и картинами известных художников, что позволяет лучше представить себе, как выглядели города в разные исторические периоды и чем они славились. Рекомендуем это издание любителям истории, а также тем, кого манят красивые природные ландшафты и старинные памятники архитектуры. Форзацы книги Нины Орловой «Золотое кольцо России» снабжены картами, где можно не только найти обозначение города, но и его достопримечательности. Несомненно, любителям путешествий будет интересно узнать не только о старинных и широко известных городах нашей страны. Существуют и маленькие, но очень уютные городишки. В них привлекает не богатая история города, а технологическая развитость и современная инфраструктура. А кому-то интересно узнать об исчезнувших городах, сведения о которых остались лишь в музеях и исторических документах. На страницах книги Дмитрия Крюкова «Города России» есть материал о крупных, средних, малых и даже исчезнувших городах. Если вы ничего не слышали о Малоге, Мангазее и Тушино, то данное издание будет для вас очень полезным и интересным. Автор книги искал удивительные факты, исследовал историю, культуру и архитектуру. Так, например, Белгород получил свое название от того, что стоит на меловых отложениях. Владивосток является южным городом и чем-то напоминает Сочи. Недалеко от Норильска существует мертвая дорога, а в самом городе располагается невероятная по красоте самая северная мечеть мира Нурт-Камал. Тем, кто ничего не знает о Ветлугозавре, никогда не гулял в археопарке рядом с мамонтами и не видел самый забавный памятник Антону Павловичу Чехову, советуем обратиться к книге Дмитрия Крюкова «Города России». Множеством емких и интересных фактов о достопримечательностях нашей страны
наполненная энциклопедия «Сокровища России» издательства «Росмен». Примечательна книга тем, что в содержании города собраны в группы по территориальному расположению, а в конце книги находится указатель, позволяющий найти нужную достопримечательность в зависимости от ее вида – башня, ворота, дворец, колокольни и так далее. Именной указатель подскажет, на каких страницах книги упоминаются те или иные исторические личности. Есть также страница, посвященная геральдике, изображению гербов. Каждый город представлен основными достопримечательностями, важными для него лицами и историческими событиями. Так, например, читая о Твери, вы узнаете, чем прославился Афанасий Никитин, кто и для чего построил путевой дворец, а еще откуда в городе появилась традиция проводить народные гулянья, где молодые парни выбирают себе невест. География городов обширна, с севера на юг, от Архангельска до Краснодара, с запада на восток, от Петрозаводска до Южно-Сахалинска. Читайте книгу «Сокровища России», рассматривайте иллюстрации, и вы обязательно проложите маршрут для своего путешествия. Книга поможет определиться, какие архитектурные и исторически значимые места стоит посетить в городе, что привезти в качестве сувенира, к какому промыслу прикоснуться. Если вы хотите побольше узнать о сохранившихся в России с древних времен памятниках архитектуры и уникальных природных ландшафтах, прочтите книгу «Россия. 50 лучших мест для путешествий и отдыха». Яркие красочные фотографии на мелованной бумаге обязательно понравятся каждому читателю, а небольшой справочный материал расскажет об истории каждой достопримечательности и значимых для места людях и событиях. Так, например, Новгородский Кремль – один из самых древнейших сохранившихся в России Кремлей. Здесь шумела Веча, отсюда уходили на битву со шведами дружины Александра Невского. Сейчас стены и башни Кремля открыты для посещения туристами. Здесь находятся древние новгородские иконы, берестяные грамоты и другие интересные археологические находки. Музей-заповедник Михайловская, расположенный на Псковской земле, ежегодно с радостью встречает ценителей творчества Александра Сергеевича Пушкина. Эти места неразрывно связаны с детством и юностью поэта, ведь здесь располагалось имение его матери. Усадьба расположена на холме с живописным видом на реку Сорой. С южной стороны к усадьбе примыкает парк, переходящий в сосновый бор. Музейная экспозиция включает в себя кабинет Пушкина, комнату его няни, спальню, гостиную и столовую. Здесь можно погрузиться в атмосферу пушкинского времени и полюбоваться прекрасной природой, которая когда-то восхищала молодого писателя и побуждала к созданию проникновенных литературных произведений. А знаете ли вы, почему церковь Александра Невского в Петергофе получила название «Готическая капелла»? В каком городе расположен самый крупный из всех построенных памятников, посвященный событиям Великой Отечественной войны? Чем уникальна природа Сочи? Узнайте об этом, взяв в руки книгу «Россия. 50 лучших мест для путешествий и отдыха». Не сомневаюсь, что даже самые придирчивые туристы, бывавшие во многих местах, найдут на страницах книги нечто привлекательное и интересное. 50 красивейших мест России – удивительно яркая, красочная книга о тех местах нашей Родины, где просто необходимо побывать, чтобы прикоснуться к истории, полюбоваться памятниками архитектуры и неповторимыми природными объектами. Рассматривая карту оглавления, читатель может сориентироваться, где именно располагается тот или иной город, какие там есть достопримечательности. В книге отражены объекты, занесенные в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Это вулканы Камчатки, исторические центры Москвы, Санкт-Петербурга, белокаменные памятники Владимира и Суздаля, горы Алтая и многое-многое другое. Отдельно на страницах издания отмечены дворцы и усадьбы, некогда принадлежавшие известным в стране личностям. Здесь вы найдете Мелехова, неразрывно связанное с жизнью и творчеством Чехова, Царицына, некогда приобретенное Екатериной II,
и Останкино – летнюю резиденцию графа Шереметьева. Особое место в книге отведено исторически значимым городам Ярославлю, Костроме, Переславлю-Залесскому, Угличу и Владимиру. Коротко излагается, чем прославился город и какие памятники архитектуры сохранились с древнейших времен до наших дней. Авторами увлекательно изложена информация о природных заповедных уголках России, таких как Домбайская поляна, озеро Байкал, гора Белуха на Алтае и многих других. Если вам интересны не только архитектурные, но и природные памятники нашей страны, то обязательно обратитесь к книге «50 красивейших мест России». Для юных читателей, желающих поближе познакомиться с Москвой, в издательстве «Настя и Никита» вышла серия книг Натальи и Василия Волковых. Вы узнаете, какие необычные дома есть в столице, о чем молчат башни Кремля и почему ВДНХ называют главной выставкой страны. Отдельная книга посвящена московским рекам. Яркие картинки в исполнении художника Натальи Кондратовой несомненно порадуют маленьких любознаек. Приглашаем всех любителей путешествий в городскую детскую библиотеку имени Евгения Степановича Коковина за книгами-путеводителями. Уверяем вас, что на страницах этих изданий вы найдете для себя много интересной и полезной информации. Если вы планируете поездку, но еще не определились с местом и направлением, добро пожаловать к нам. Мы будем рады предложить книги и тем, у кого нет возможности отправиться по городам и весям, но есть огромное желание пополнить свой багаж знаний и полюбоваться архитектурными и природными памятниками России, пусть даже в виде иллюстраций и фотографий.